Доброго времени суток, дорогие друзья, дорогие подписчики канала Юрий и Лариса Иванова Лайф. И сегодня у нас будет самое-самое наипростейшее блюдо. Может быть, для хозяек опытных это блюдо вообще не новинка. А для молодых хозяек, может быть, это в самый раз пригодится. Я взяла 50 грамм картофеля и 50 грамм у меня получилось куриных окорочков. И вот тут два бедрышка. Курицу можно брать абсолютно любые запчасти от курицы. Ну, это я так подшутила. Части курицы можно брать совершенно любые. У меня вот в данном случае то, что я показала. И сейчас мне нужно для того, чтобы повкуснее это блюдо получилось, ну и так, как бы сказать, беспроигрышный вариант, курица с картошкой и бюджетно, и сытно, и не полезно. Ну и к тому же, если вы хотите еще это вкуснее сделать, то нужно это, чтобы помариновалось. Это и картофель, и курочка. Сейчас мы замаринуем с вами курочку. Резать ее можно абсолютно тоже по-разному, как вы хотите. Большие кусочки, маленькие. Я вот ножки обрежу, а бедрышки оставлю. Теперь в эту курочку я насыпаю примерно пол чайной ложечки соли. Так, если у вас есть приправа для курицы, как у меня, можно ей посыпать. Вот у меня, что тут у меня найдется? Чайная ложечка буквально. Так, теперь у меня тут есть в кои-то веки паприка молотая. Я тоже добавлю ее. Так, пол ложечки. Но мне не остро. Теперь у меня смесь перцев. Ну, совсем-совсем капельку. Это тоже по желанию. На ваше усмотрение. Вот прям на кончике ложечки. И сюда же я отправлю одну ложку столовую. Вот такую. Майонеза. Немного. Теперь мне нужно это все перемешать. И оставить. Есть время, если пусть часик постоит. Нет времени, полчасика достаточно будет. Курица заставляет меня подняться на ноги. И все-таки перемешивать руками гораздо удобнее. Всем привет, девочки и мальчики. Я тут за кадром не выдержал. Когда Лариса перемешивает вот так вот что-то руками, ну вот, мясо маринует, я всегда смотрю, и мне этот процесс нравится, как она это делает. Так, все, оставь. Теперь мне нужно порезать картофель. Вы режьте, как вам удобно, как вы любите. У меня картофель очень сильно разваривается, да и он не совсем как бы крупный. Поэтому я и режу вот что-то на половинку. Ну, тут это вообще целенькое можно. В картофель я тоже добавляю вот так вот пол чайной ложечки соли. Хотелось бы добавить куркуму, но у меня ее не оказалось. Я люблю добавлять ее, потому что мне нравится цвет. Вот у меня тут приправка для картофеля. Пол чайной ложечки тоже добавила. Опять же сюда добавлю паприку. Так, все. И добавлю сюда 2 ложки оливкового масла. Теперь это мне тоже нужно все перемешать. И оставляю так же, как и курицу. Если на час курицу, значит и картошку также. Ну, в моем случае мне полчаса хватит. Теперь я возьму, можно полотенчиком прикрыть, можно вот пищевой пленочкой. У меня есть пленочка, так я прикрою пленочкой. Нету, париться не парилась бы. Просто прикрыла бы, чем было бы. Чем Бог послал. Я вообще такой человек. Кушаю то, что есть, готовлю из того, что есть. Оставляю на полчаса и могу заниматься тем, чем я пожелаю. Прошло у нас полчаса, и
тут вот жидкость образовалась, я прям жидкостью выливаю формочку. Формочку я ничем не смазывала, у меня картофель был, в картофель был добавлен, было добавлено масло. И теперь вот курочку я тоже кладу сверху прям. Ставим в разогретую духовку. Разогрета она у меня на 190 градусов. И я ставлю, смотрите, по своей духовке. На 1:20, на час. Смотрите, от напряжения тоже это зависит. Все, можно ставить. В общем, у меня это простояло в духовке 30 минут. Я достала и хочу перевернуть, чтобы у меня было позажаристее. Кто не любит, можно так в таком виде и оставить. Пусть дальше печется это все. Вот 30 минут прошло, картошечка еще, видите, как прокалывается. В принципе, мне будет времени достаточно. Все, я перевернула и ставлю обратно. Прошло еще полчаса. Смотрите, какая зажаренная курочка получилась. Это у меня прошел час. И картошка, в принципе, она уже мягенькая. И надо сказать, все тут уже у меня готово. Вы смотрите обязательно по духовке. Ну, смотрите, вот жидкость не выделяется с мяса. Вот. Как вкусно. И здесь вот сок с картошечки. Бульончик как бы получился. Ну что, вкуснейший ужин наш готов. Только осталось покушать. Разложить по тарелочкам и покушать. Как вкусно. Курочку с картошечкой можно подать с овощами. Можно просто без салатика. Можно салатик нарезать. В общем, как вам больше нравится. И смотрите, смотрите, сколько здесь сока. Ой, слюнки текут. Вот так вот полить. Все просто. Какая обалденная вкусная пища. Сейчас принесу вилочку. Девочки, мальчики, осталось только попробовать. Ну как? Очень вкусно, правда. Обязательно приготовьте и покушайте. Ладно, всем пока-пока. Хорошего настроения. Подписывайтесь на канал Юрий и Лариса Иванова Лайф. Да я 100 тысяч. Лепота.